Всем привет, продолжаем прохождение Джеймса Нидила в Автоквор. Так, я дошел Англии. Так, у нас вот так снова создается достижение. Так, там еще не может загореть. Наш купец английский. Сейчас, я думаю, сможем, да? 25% успеха. Отлично. Зарезали наземного купца. Техник разорен. Кстати, не столько купцов уже. Еще три собралось. Так, мы начинаем свой обзор. Нашли здесь, конечно же, вот с этого фронта с севера. Скажем так, восточного. Не то, что обзора. Вообще все свои действия. Я думаю, может быть, все-таки нам взять город Бреслау. Собрать или сюда не вывести сейчас. Так, а надо сделать генерал где-то был, куда он делся у нас. Ага, вот он где. Вероятно. Давайте сейчас пока сюда вот Магдебург заведем. И туда же заведем мы. Угу. Хватает ход. Ну ладно. Следующим ходом, значит. Так, дальше, значит, идем мы дальше. Нам бы, конечно, еще вот к этому замку Священной Римской империи подобраться. Ну, здесь мы подберем, только если овладение Венецией. У нас пока для этого нет сил. Папа Римский нас здесь снова создает сперв Генуи. Сперв что-то не получится. Так, плюс мы здесь подошла мощная армия. Полностековые наши. Так, тут у нас, значит, приключаются в Милане, да? И производим пополнение. Не знаю, может быть, нам владеть Флоренцией, что ли, пока есть Папа Римский занят, либо... Ну, пытаться снять осаду Болонии, это глупо, немцы все равно проиграют. Так, вот здесь у меня такой вопрос тоже. Мы осаждаем, в принципе, Марсель. Я, значит, могу пойти на штурм Марселя. Давайте посмотрим вот что. Португальцы у нас союзники. Будут Милан, ага, союзники, да? Это значит, что в случае штурма вот эта армия будет. То есть нам придется просто противостоять не только миланской армии, еще вот этой вот армии португальской. Конечно, я могу рискнуть, пытаться. Может быть, скажем, занять Марсель. Что-то. Даже мы не можем смотреть, кто у нас там. Конечно. Мы можем попытаться рискнуть и занять, как я уже говорил, Марсель. Может быть, мы успеем до подхода подкрепления португальских, ну не знаю. В случае, если нам не удастся, то мы теряем вот эту армию. Такой, в принципе, нормальный, но я не знаю, может быть, нам есть очень много стрелков. А сейчас у нас на сайденке хватит мухадов для себя. Хватает, да? Давайте посмотрим, кто у него здесь. Ну, в принципе, пилигрины. И такая уж эта и сила, да? Ну, есть, в принципе, такие вполне нормальные. Мы посмотрим, даже очень нормальные. Таковых у нас 6 слоев, 6 отрядов. Плюс арбалетчики и. Член семьи, генерал. Давайте, наверное, все-таки, может быть, рискнем. Так, здесь у нас, давайте, вот эту сейчас армию займем позицию на мосту. Здесь, чтобы у нас... Кстати, насколько я помню, у нас есть задание, нам кого-то нужно убить.
Вот эту португальскую, походу, да? Члена семьи, или кто он там? Так, давайте. Убийца. Здесь попробуем прокачать. Если получится убить. Не удалось, да? Это, конечно, плохо. Так. В Багдоне, кстати, тоже готовится сейчас еще одна армия. Мы будем задействовать. Да, взять и Тулузу. В конце концов, эта крепость должна пасть перед нами. Ну что? Кто не рискует, тот не пьет шампанского, может, да? Задача, конечно, сложная. Но я думаю, в принципе, вполне решаемая. Конечно, у нас здесь таких элитных, как говорят, тяжелых рыцарей больше, чем у противника. Ладно, давайте все-таки рискнем. Пойдем на наш фон. Так, укрепление, но показывает, что соотношение сил в нашу пользу. 2-1. Начальник у него неопытный, а вот у него не сидит. Ой. В самом Макселе сидит опытный начальник достаточно миланский. Рахманно. Вступаем в бой, все у нас пути назад нет, в бой не вступит. Надо занять как можно быстрее центр города. Это было бы очень здорово. Так, давайте сначала в таком медленном режиме пройдем. Так, подкрепление, значит, будут идти оттуда португальские. Наша задача их хотя бы держать. Так, пойдут они вот к этим, видите, к этим воротам. К этим наружным воротам. Нам нужно, чтобы ты не стал им помешать. Хотя бы. Блин, ну наши будут бежать, кстати, дольше, чем противник. Перебросим так что все наши конницы, все то, что у нас есть. У нас как раз может быть успеть добежать. Так, все. Глаза туда забиты. Теперь, значит, те, кто у нас не задействованы. Так скажем, перехватим. Противника, пускай заходит в город. Так, а кто у них второй еще отряд интересует? А вон они, руки, да? Так, в принципе, наш конь успевает. Бежать. Давайте будем пытаться конницы. В бой, конечно, не нарываться. Да, но хотя бы будем так. Пытаться хотя бы отвлекать их немного. Это во-первых. Во-вторых, давайте один из отрядов сейчас мы на стены пускай залазит. Так, где у нас там? Ага, вон бегут наши руководцы.
конечно, сил мы здесь будут в случае чего не равны. Но хотя бы они задержат португальцев. Будем задержать их, это реально. Давайте сюда. Помещение в кавалерии. Так, не знаю, насколько наши воины туда прибегут, не прибегут. Тип-тип. Ключевой. И все, мы, конечно, колоссальные потери при этом. Наши армии уже, кстати, отступают. Не помню, что у нас вот эти отстают. Посылать на копейщиков, конечно, это смерти подобно. Это пока отходим. Давайте посмотрим, как у нас обстоят дела здесь, в центре города. А в центре города мы сейчас, наша группировка вовсю борется с отрядом, с генеральским отрядом врага. Вот так, в принципе, наш, можно сказать, отвлекающий маневр вроде бы сработал, да? Пугаются, конечно же, отряд загадок очень устойчивый, держит до конца, держится. Так, давайте отступаем. Даже баллист еще наш подтянуть бы, может быть. Ты посмотри на них. Да ну-ка давайте по этим болельщикам сейчас пройдемся. Сюда побежите. Так, я не понял, а здесь что застой такой? Я же вроде бы вас направлял, но генеральский отряд, вы что стоите? Стоят вот тут их стреляют так спокойно. Вражеские отряды. Португальцы такой себя вполне вольготно чуть уже начинает отступать. Центр города быстренько захватывает вот эти ворота. Добиваем, давай здесь. Ух ты ж, ё-моё, всё наше артиллерии там. Нет, да? Ну, да, это, конечно, упустили этот момент.
Давайте, истребляйте. Потому что не смогли мы уйти в центр города. Здесь осталось продержаться всего 2 минуты. Город будет наш. Ну а португальцам здесь в принципе ничего не остается. Как ходить вокруг города, вокруг стен, вокруг да около. Так, ворота захвачены, где у них еще есть ворота. Давайте все наши конницы, кавалерию сюда перебросим также в город. Ворота не захватили. Давайте добивать, что там один всего остался, извини. Держитесь, ребята, там помощь уже идет, видите, кавалерия, как говорится, кавалерия уже близко. Вот она уже практически на месте. Вперед давайте, бейте этих стрелков. Ну что, завершаем битву. Потому что если продолжать, нам придется добивать еще португальскую армию. Да, да, понесли мы здесь серьезные потери. Давайте завершаем битву. Потеряли мы 388 воинов, враг потерял 23 Милан потерял и 304 португальца. Таким образом, общий потерь врага 327. Немного меньше, чем наши. Конечно, португальцы не состав довольно крупная группировка. Наверняка они будут нас осаждать на следующем ходу. Но это уже будет у нас другая какая-то история. Ну не хотите, как хотите. Все, давай беги отсюда. Сажай своих воинов на корабли. Все, Марсель наш, грабим поселение. Новый человек в свите у нас. Носит повышенный характеристик, горит спах к цели стремленной. Начинающий командир по своему авторитету. Тридцать 5 лет нашему. Так, проводим вот этот ремонт здесь. Нанимается можно только городское ополчение. Давайте сейчас отрядов мы соединим. Так, тем более, что мы здесь перебучить все равно мы не сможем никого. Так что давайте сейчас мы объединим все отряды, которые можно объединить. Ну все, в принципе, больше мы здесь ничего не сможем сделать, не можем объединить никого. Так, что нам? Не пускать обороняться. Пушечный ход, кстати, мы сможем сделать. Давайте, может быть, ополченцы поднимем. Хотя без артиллерии нам
Давайте, наверное, все-таки сделаем чувскую баллисту. Приходим или делать, да? Чувская пушкаря. Кстати, она меньше. Это всего 800 флоринов, так пускай. Делаем чувскую пушкаря. Все. Взят. Сейчас до моста не доходим. Ну теперь точно Милан остался всего один город. Это Тулуза. Здесь, кстати, теперь мы можем высаживаться сюда на острова, отомстить португальцам за их предательство, которое они когда-то совершили, напав на нас. Можем, конечно. У нас есть два пути, либо атаковать, значит, Флоренцию, либо высадиться на Аячо, на остров. Марсель здесь все равно ключи осады продержится. Помогать так не нужно. И теперь у меня задача, где бы нам формировать бы новые армии. По одну можно было бы. Ну ладно, давайте чехадосить начнем делиться. Тут пугается, кстати, такая серьезная группировка. Нужно их тихонько тоже задавливать. Здесь вот венецианский замок тоже. Они нас осадили. Воспользовались нашей слабостью, взяли этот замок. Ну, теперь тоже воспользуемся слабостью и возьмем. Не то, что слабость, а то, что стали мы более сильны. И попытаем взять этот замок. Все, в общем, делаем наконец хода. У нас еще есть время до конца нашей серии, да? Как раз успеется сделать. Как раз себе сделать конец хода. Наши компьютерные противники. Так, что-то у нас в девке. Недовольство, ничего уже, да? Здесь что-нибудь построить, что-то такое. Монастырь, например. Вот посмотрим, монастырь. Который 1200. И, наверное, тут священника. Хотя католицизм, в принципе, нормально. Ладно, все, делаем конец хода.
Так, закончили. Ходы наши противники. В принципе. Сейчас, наверное, не буду. Наверное, точно сейчас пока не буду таких ходов. Психоленный итог. Кое-что сейчас сделаем. У нас там все ходы будем делать уже достаточно до следующей серии. Так, у нас четыре свадьбы. Британия через войну с Венгрией, с Венецией. Так, набор войска, как я понимаю. Строительство. Сводки властей. Итого у нас плюс. Там осадились замок пойти, кстати. Надо было бы еще агентом пройтись. Замок Смоленский. Так, еще. Тут топ я хотел слушать. Кстати, на скупцов уже осталось довольно-таки мало. Надо, конечно, сейчас еще сюда бы. И подбросить бы. Всех сюда давайте. Так, может быть, в Ахусе нам еще на купца сделать. Купчишку. Так, что еще? Ну, это сейчас немножко общий план. Так, что здесь, значит, продолжим сейчас переключаться. Конечно, желательно здесь еще гарнизонных солдат начинать набирать. И можем пойти куда-нибудь из этого замка дальше. А куда мы можем пойти? Либо сюда, к югу. Либо по этой вот дороге. Из этого населенного пункта Рига. Так, штуки нам осадили. Конечно, немного нарушили здесь нам наши планы. Я думаю, если мы справимся с осадой, то как ни крути. Так, здесь, в общем-то, нам нужно переключиться. Ну, а также, кроме того, нужно нанять нам еще войска здесь. А вот кого? И ход вот так вот нанял. Впереди построим небольшой рынок. Будем также торговлю здесь развивать, продолжать. Хотя, конечно, что-то только в этом. Так, кстати, Марсель как-нибудь. Может быть, надо поднять немножко на высоте. Так, и почти 2000 у нас будет. Здесь у нас что? Тут у нас флот врага. О, кстати, довольно серьезно мы потрепали парочку отрядов все-таки. Так, конечно, сами понесли потерь, но парочку отрядов мы здесь потрепали. Давайте здесь. Ну, хотя, конечно, сомневаюсь, что мы без один ход достигнем замка. Ой, а, ну да, сыграем замка Ячо. Давайте. Вот так вот сделаем еще, да? Обычный чехолька. Так и делается. Наша задача попасть в конце концов за штурм замка Ячо, желательно бы. Португальский, конечно, здесь вражеская армия. Мы здесь оставим одного полка, вот возьмем с собой немножко солдат. Если что, там докомплектуемся наемниками, в случае чего. Ну что, если ходу вот будет уже в следующей серии тут.
сейчас скажем, переведем его на мост, чтобы нам тактический преимущество врагом получить. У него здесь еще что-то войска нанимать? Как у него денег хватает, если нанимать? Либо он здесь кого-то привел на соединение. Все. В общем-то, увидимся в следующей серии. До новых встреч. Пока-пока.